всех приветствую на выставке IPM в Германии. И компания Сингента в этот раз хочет показать вам наши замечательные инновации, наши замечательные улучшенные сорта и новые сорта, технологии выращивания. И вот сейчас я вам покажу несколько новинок. Посмотрите на эту виолу. В Европе виола Карнута называется, эта серия называется Rocky. У нас в России и на Украине, и в Казахстане, и в Беларуси, как правило, эта виола продается под названием Penny. Вот это вот улучшенная окраска Penny Yellow with Purple Wing Improved. Растения улучшены по показателям однородности и более обильному ветвлению и цветению. Это бальзамины Мара. Это новинка прошлого года и позапрошлого года. Это мой любимый цвет Имара Orange Star. Замечательный бальзамин, который не боится ложной мучнистой росы. Это растение будет радовать вас до самых заморозков. Оно не будет подвержено никаким болезням. Ложная мучнистая роса бальзамину Имара не страшна. Пожалуйста, посмотрите на остальные сорта серии. С большим удовольствием расскажу про все наши новинки и про все наши сорта. У компании Сингента вообще огромный ассортимент. У нас есть растения из семян, из черенков. Мы также поставляем полуфабрикаты в Россию и в страны СНГ. Пожалуйста, не стесняйтесь, если есть какие-то вопросы. Мои контакты есть на сайте. Обращайтесь, жду ваших вопросов.